Региональный музыкальный конкурс ансамблевого исполнительства «Музицируем вместе» был запланирован давно и должен был пройти 25-26 марта в Новосибирске. Музыкальное состязание состоялось, но в связи с сегодняшней эпидемиологической ситуацией в дистанционном режиме участники предоставили видеозаписи. Это не помешало учащимся музыкальной школы имени Георгия Свиридова выступить блестяще. Конкурс проходил по трем номинациям. Воспитанники нашей музыкальной школы выступили в одной номинации, в которой играют только ученики. Свое творчество представили 5 бердских фортепианных дуэтов и одно трио, которое впервые сложилось в Бердске. В его составе скрипка, кларнет и фортепиано. Ребята стали лауреатами первой степени, а один из участников бердского трио, пианист, награжден специальным дипломом за высокое ансамблевое мастерство. Музыкальные работы оценивало жюри, в составе которого выдающиеся мастера музыкального творчества и народные артисты России. В конкурсе «Музицируем вместе» участвовало 35 ансамблей. И бердские юные таланты исполнительского мастерства завоевали все призовые места и специальные дипломы.